Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Live, и в преддверии Пасхи, в общем-то, всех с наступающим, короче, пасочку скушали, яйцами побились, у нас хранители яиц, команда противника между вами и наградой за ударное событие, всего лишь одна преграда, команда коварных охотников на яйца, используйте тормозящие способности, чтобы замедлить их, и не забывайте, что удар превосходства, это гамайзер стегозавридов, отлично работает против рапторов. Раптора у нас здесь нет. Каким образом травоядные, вот пара, ну, допустим, они парамолох и там эдмонтогуанодон, они хоть и гибриды, но они травоядные похитители яиц. Они, тут, короче, по-моему, вот это описание должно относиться к каким-то там рапторам. Это вот такие вот мелкие, шустрые, там орнитомимчики всякие, там раптоиды всякие. Вот это они похитители яиц. А эти ребята, ну, совсем нет. Так этот парень очищающий, хорош, замедляющий. Блин, эдмонтогуанодон хороший очень набор ударов у него. И паралич есть, но опережающих ударов нет, кроме подмены. У этого парня... А, тоже есть подмена, опережающий паралич. А здесь опережающего нет, есть тормозящие. Так, кем пойдем сражаться? Ну, вот так мне хочется взять, вот так, вот так. И как? И вот так, что ли? Давайте так пойдем. Тут не хочется подбирать, просто выбираю любых динозавриков из своей команды, которых мне хочется сейчас видеть на арене. Вот и все. Никакой особой тактики и стратегии, подтасовки результатов и прочего, прочего, прочего. 109. Хороший потенциал. Как раз равные противники. Вот этот парень, в принципе, то же самое, что и вот этот. А это было неприятно. Было неприятно, ребята. У него... Так, оглушение. И давай, пробивай его. Критани. Ай, не кританул. А, вообще, отлично. Паралич на нас его не сработал. Ну, вот крит прилетел. Вообще шикарно. Так, есть у него кто-то побыстрее? Есть. Парамолох. Довольно шустрая тварь. Но у нас есть опережающий паралич. Ай, кританул. Ай, вах, какой молодец. Так. Давай вот так, двойной урон, но мы его не пробьем, конечно. Но полторушечку сняли. Ах, пробил таки. Так, появился тенент. Давайте, трики. Да грызем его. Нам сейчас тоже прилетит такой же удар, да? Ну, только послабее. Нет. Так, блин, он пробивает. Нету смысла опережать его сейчас. Вот, потому что нам бы все равно была хана. Ах, какой молодец. Вах, вах, вах. 5 косарей снял. Мне он даже больше нравится, чем и Индораптор. Ну, как боец. Ну, вот и победа. Это было самоубийство. Кстати, парамолох, да, сейчас его можно поймать. На карте. Сработал паралич, да? Ну, хитер, хитер.
Не сработает, извини, мой друг. Это победа, так надо глянуть, что у меня там с Дракоцератопсом. По-моему, у меня по генам пока что не хватает. Дракорексов, как обычно. О, 15 костырей, я люблю я такие награды. Тенентиков насыпали, Эдмонтов насыпали. О, вообще шикарно. Вах-вах-вах, как хорошо получилось. Так, давайте соберем вот это дело. Это я еще не приступил к сбору ресурсов на карте. И в альянсе, ну, пока что нет. Так, блин, 22 часа, не успеем мы собрать следующий инкубатор. Давайте заглянем к нашим диносам. Так, 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 так. Вот, я сюда хотел. Не хватает. Ну, насып, зато трицератопса у меня тьма. Теперь осталось дракорексов где-то насобирать. В таком же количестве. И будет все хорошо. Так, ну, здесь у меня остается, как видите, ребятка, тройка гибридов. Я уже... Блин, приступил к процессу их сбора, так сказать. Ну, вот здесь вот остается вот так вот. 19 левел. Тут пурузавров сейчас не хватает. Но тут дело даже не в том, что не хватает пурузавров. Дело в том, что нужно полчаса сидеть и клацать, чтобы насобирать 2500. Это просто миллион нужно потратить. Ну, то есть по 50 вот так вот сидишь. И полчаса клацаешь, потому что она по 10 выпадает. А нужно 2500, не 100, не 200, не 300. Просто жесть. Сколько нужно вот так вот сидеть и клацать. Литронокса у меня хватит, Пурузару, конечно, не хватит. До 20 уровня. А потом еще, короче... А вот тот крокодильчик, он все равно гибрид такой себе плохой. Я с ним сражался, он вообще никакой, короче. Только создать, я не буду их создавать дальше, чтобы прокачивать вот этого вот парня. Гриполит... вообще не интересен, кроме как для того, чтобы создать. А сейчас у нас на карте появятся эти кайнозойские, так что будет вообще не до этого. Ну, как-нибудь я его создам, осталось не так уж много. Так, вот этих парней, да, сейчас пока мне не хватает, буквально тут парочку штук, да, и чтобы продолжить его собирать. И то же самое вот с этим гибридом, что у нас тут. Стиги обыкновенные. Не хватает мне обычных стиги. Блин, ну их тоже, сами понимаете, много нужно, да? Обычные стиги. Вот так вот, в общем-то, ребята. И у нас атака гадрозавров. Это вообще, не знаю, каким образом процератомим. Это вообще-то вымышленное существо сюда относится. Но, собственно говоря, как и Эдмонтогуанодон. Но тут хотя бы есть игуанодон и эдмонтозавр. А процератозавр и как вообще относится к гадрозаврам, даже не догадываюсь. Так, ну чё, ребята будут, конечно, подменяться. У них двойной урон с подменой. Ну, у меня сейчас... нет никого такого, в принципе, кто бы с этим мог справиться, потому пойдем. Ну, пойдем так, как пойдем. Дракоцератопса что-то не хочется мне сейчас взять. Посмотрим. Разберемся. Без него пока. Так. Ну, хватит нам. Мощей не хватит, сейчас узнаем. Так, ну начнем с шустрого. Ладно, делаем так. Черт возьми, нейтрализация. Блин, надо валить, ребята. Я просто не выдержу. Офигеть, как же больно.
Так, что-то у нас это явно что-то пошло не так. У тебя же иммунитет есть. Так, дело пахнет керосином. Я чё, быстрее, чем он? Так, а ну давай. Ах, красавчик. А, ну и паралич сработал, блин, чтоб тебе нехорошо было. Да, заканчивай. Еще один паралич как-то не впечатлило. Не, он меня не добил. Так, не посмотрел, правда, есть ли у него нейтрализация. Это зря, конечно. Так. Блин, жаль, у меня как раз удар тут двойной, но я не смогу его выдержать. Так, ну, мне его спасать не нужно. Да. Ну, паралич на него бы и не сработал. Прощай, мой друг. Ну, начало все паршиво, но сейчас все хорошо. У нас ситуация исправилась. Ну, давайте свалим. Терродолозавр. Так, а у тебя контратака есть, парень? Нет. Убил. А, черт, я что-то забыл про вот этого гада. Нейтрализация будет от него сейчас? Да, будет. На тебе. Ха-ха. Давай попробуем исчезнуть. Уклонились. Так, ну все, хана тебе. И крит. Ну, такие. Бой был немножко странным. А, черт! Я думал, мы уже его победили. О-о-о-о. Блин, они кританул. Блин. Даже надо было так слиться. Так, ну ладно, это что-то переигрывать неохота. Этот бой. Ну пусть будет так. Победить можно, без проблем особых. Дуэт охотников на яйца. Это у нас Велоцираптор, 132 скорость. У него есть снижающий урон. Он, в общем-то, самый шустрый. И недалеко от него отстал Орнитомим. У него есть опережающее снижение урона. И иммунитет у него даже есть. Мне что-то захотелось вот взять такие прикольные какие-то команды. Не хотелось брать сильных, хочется взять... Может, что-то вот броника взять, вот, например, Диараджозавр, у него контратака 1 есть. Потом взять мгновенную непобедимость, например, тоже есть такой же вариант. И, ну, тут нет, наверное, кого-то одного из них нужно взять все-таки. То, что они, наверное, долго не продержатся. Ты у нас, он броню, конечно, не пробивает, у кого броня здесь 30, а у тебя тоже 30. На снижение урона.
Ладно, давайте вот так вот как-то пойдем. Вот так вот хочется попробовать. Брахика я беру, потому что у него есть опережающее замедление. Короче, сейчас что-то поприкалываемся как-то. Посмотрим, выдержит ли там вообще что-нибудь брахик. Чисто по приколу. Давно не брал брахиозавру. Специально даже качнул его с 17 на 18 уровень. Ну, в общем, интересно. Блин, ну жаль, что он замедляет на один ход. Но этого может быть нам достаточно. В принципе, можно сразу и подменяться. Так, вот кто у нас появился. Так. А тут не прикольно получилось, блин. Я ж не смогу его замедлить. Щит. Щит на один ход минус 50 скорости цели, блин. Ну, придется сразу меняться. Этого я не пробью. Слабоват, потому что... Ну ладно, давайте пока на Диораджика сменимся. Ну, так, уклоняется. Ух ты, ё-моё, это был обычный удар на косарь у него. Это был обычный удар. Ну, контратаку ты должен получить. Блин, и тут уклонился. Ну, что ты будешь делать? А, вот. Раптор получил этот удар, да? Ну, давайте опережающий непробиваемость. Может, успеем подмениться на Дракоцератопса в таком плане. Щит все взял на себя. А, мы законтратачим его даже. Блин, слабо. Слабо, конечно. Давай, добивай. Поскольку Раптор самый быстрый, единственный способ его добить, это удаут. Использую существо с подменой, с контратакой. Так, этот гаденыш быстрее. Это он на что дает? Плюс 10 скорости на 3 хода. Плюс 10%. У нас 109, это нас не поможет. Вот так вот делаем. Ну, выдержим мы один удар. Вот так. Давайте на депота титанчика возьмем. Ну, просто не хочу его добивать, я мог бы на трики подмениться и добить его. А, блин, мы же с этого же мы и начинали. Ой, какая мощнейшая контратака была. Да, просто, блин, замедлить его нельзя. Так было бы интересно, просто хотелось бы посажаться. И он еще, смотрите, он уже 4 раза у меня уклонился. Я, по-моему, по нему ни разу не попал. Это, блин, какой-то нонсенс. А, первый раз попал, ладно. Ну, в смысле, на 160, но это не считается. Так. Ну давайте сейчас еще раз давайте двойной урон ему сделаем. О-хо-хо-хо, 3800. 3800 это неплохо. Ну и все, короче, тут трики-трики наш страхующий. Ну нет смысла снижать урон, иммунитет. Штука противная. Блин, косарь. Ты что, сквозь броню столько бьешь, что ли? А, у него 1700 был урон. Неплохой орнитомимчик на 30 уровне с уроном в 1700. Ну, вот так, короче, ребятки, распетляли. По фану. Вот орнитомимчиков насыпали. Тадзянгов. Дарвиноптер и... Гриппозух. Ну, у меня их достаточно.